привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 17-го каталога Faberlic. Итак, поехали. Сразу обращаю ваше внимание на то, что каталог короткий, двухнедельный, успевайте оформить свои заказы, чтобы не потерять всякие бонусы, например, такие как стартовая программа, не потерять свои высокие скидки и так далее. Мы с вами уже протестировали эту тушь, я вам свое мнение сказала, многие ею довольны, хочу сказать, многим она понравилась. Действительно, с ней, в принципе, когда раскрасится, можно создать красивые реснички, хорошо прочесанные, длинные, слегка объемные, но меня не устраивает совершенно тот момент, что она очень сильно на моих веках отпечатана. Отпечатывается. На ваших она может не отпечатываться, ради бога, мы все разные. На моих она отпечатывается сильно. Под глазками прям вообще панда. Поэтому я ее брать, конечно, больше не буду. По поводу стойкой подводки для глаз тоже очень понравилась. Она действительно мега стойкая, она никуда не девается. И под снег я с ней попадала. Все отлично. У меня в зеленом оттенке. Блестючая, классная, суперская. Наконечник у нее такой мягкий, как у подводки маркера из линейки Glam Team. Поэтому смело могу рекомендовать. Берите. Подводка крутая. По поводу палетки есть отдельный ролик, где показываю вам все сводчи, где мы делаем с вами макияж. Очень приятно удивила эта палетка. Вы изъявили желание сделать с ней новогодний макияж, поэтому обязательно в декабре отсниму ролик, сделаем какой-нибудь нарядный, красивый праздничный макияж. Очень приятно удивила палетка. Хорошего качества. Мне кажется, самая лучшая палетка Faberlic. Оттенки носибельные, ежедневные, потрясающие, красивые. Ничего плохого про нее вообще сказать не могу. По поводу блеска тоже приятно удивил. У меня вот такой вот голубенький. Удивил чем, что волосы не липнут губам, то есть он не липкий. Все остальные блески Faberlic мне именно из-за этого не подходят. Я, в принципе, не люблю блески, но этот удивил. Хороший, могу рекомендовать, кто любит. Здесь действительно голубые частички, которые при ближайшем рассмотрении на губах видно, издалека нет. То есть прям вот голубой такое подсвечивание. Но очень классно смотрится на карандаш, как самостоятельный продукт, тоже здорово. Приятно удивил бальзам для губ. Вот такой у меня розовенький. Он так классно смотрится, он так здорово. То есть это такой гель, как будто прозрачный, слегка подсвеченный таким оттеночком. На самом деле он губам оттенка никакого практически не дает. Но сама вот эта текстура очень приятная. Единственное, что мне понравилось, его не поставишь. Он не стоит. У него низ скругленный, видите? И его никуда не поставишь, поэтому только вот в подставочку, да, в органайзере для помад, чтобы он не свалился, не валялся. Ну, а в сумочке лежать будет приятно. Маленький такой мимишный, классный. Сейчас расскажу вам про новиночки, а вы... Обязательно задавайте вопросы, про что подробно рассказать в следующем ролике. С наклейками пока маникюр не делала, но обязательно потом вам покажу. Пока такой у меня минималистичный маникюр. Подарки со смыслом. Здесь у нас идеи подарков. Набор по классной цене. Уже такие есть новогодние акции, новогодние цены. Много подарков по Faberlic Drive. Это для тех, кто делает 100 баллов ежекаталожно. Тоже очень приятно. По распродаже по срокам годности на центральном складе. Классные цены. Прям вообще суперские. Faberlic радует последнее время распродажами и так далее. Так, здесь у нас с вами из новинок только пена для бритья. Ее не брала, потому что у меня муж подходит только гель и только для чувствительной кожи. Пакетики, девчонки, пакетики тоже вам все показывала. Практически все я не брала, только совсем прям огромный, новый. Они все очень классные, красивые, суперские. В магазине такие не найдешь. Бальзамчик Ксюшка активно использует. Вот эту киску я тоже пробовала. Знаете, есть такой небольшой песочек на губах, ощущение каких-то крупинок в нем, почему, не могу понять. Но вот этот бальзам тоже классный. Палетка поиграться аккуратненько, да, но она осыпается. Здесь блески крупные, прям блески, фольга, прям куски, замешаны с какой-то прозрачной текстурой гелевой. И очень тяжело набирать, надо аккуратно прям пальчиком, но тут на какой-то праздник так, а так... Мне не понравилась вот эта палетка. Но зато покорил вот этот бальзам тинт для губ. Это действительно тинт. Вот у нас в компании для взрослых нет таких стойких тинтов. В принципе, нет практически. Как вот этот вот детский. Он действительно, я показывала сводч тоже, когда мы макияж делали, он действительно не оттирается. Он оставляет достаточно насыщенный, яркий, такой розовенький, приятный оттенок на губах. То есть его можно нанести, будет так достаточно ярко, несмотря на то, что сам стик бледный. Можно сразу же стереть, и будет просто вот легкая такая розовинка на губках. Тинт обалденный. Я хочу такого же качества тинта в других оттенках. Потому что, потому что супер. Лаки по лакам. Есть ролик в Дзене, подробненько все рассказывали, показывали. Крис делала маникюр, Ксюшка делала маникюр, все рассказала.
Палетка неплохая, но вот эти вот крайние все оттенки справа и слева, блески для губ, они абсолютно не имеют никакой пигментации. Я не знаю даже, зачем они вот так вот подсвечены. Ее там в принципе нет, она нулевая. Пигментацию имеют только средние оттенки, где тени для век, да, и она насыщенная. Блески для губ абсолютно все одинаковые, одинаковый финиш. То есть никакого, то есть нет оттенка. Вот так вот, надеюсь, понятно объяснила. Поэтому смотрите сами, думайте сами. У меня Крис нравится играть. Ксюша в гости, девочки приходили, прямо они так это играли хорошо. Дальше, новиночка, карандаш для губ. Очень-очень понравился. Я забыла, какой у меня оттенок, девчонки, вот честно забыла. Розовое дерево, что ли, у меня 411-34. Ну, в обзоре заказа я вам показывала, говорила. Матовый финиш, стойкий карандашик, оттеночки все носибельные, нюдовые. И действительно, под пудровую помаду подходит прям потрясающе. Я на этот карандаш в последнем видео как раз наносила блеск. Классный, суперский, все замечательно, все отлично. В этом каталоге не так много новинок, но он и короткий, уже не терпится, прям, если честно, посмотреть. 18-й, вот прям не терпится. Но заказывать его раньше не буду. Не буду. Все-таки поговорили с девочками, решили, что нет, 3 дня уж можно как-то подождать. Если бы их за 2 недели тоже можно каталоги было заказать, это совершенно другой разговор. Так было бы прям гораздо интереснее. А тут нет. Так, парфюмерия. Ну вот по артефакту я тоже вам свое мнение сказала. Я мужа брать не буду. Я уверена, ему не понравится. Потому что это такой, на мой взгляд, у всех вкус разный, на мой взгляд, это не мужской парфюм, не мужественный. Мне, ну, не очень приятно, скажем так, будет на мужа ощущать его. Мне кажется, я вот на девушках его ощущаю гораздо лучше. Он какой-то, ну, странный, на мой взгляд. Я ждал как-то артефакт, думаю, сейчас что-нибудь такое, как мужественное, брутальное, мужчина еще такой на картиночке, что-нибудь интересненькое. У нас Шанти выходит в объеме 30 мл. Для тех, кто любит эту парфюмерочку, будет прям прекрасная цена, меньше 300 рублей со скидкой консультанта. Это вообще шикарно взять аромат, потестить, если вы еще не определились, не знаете, прям, ну, представляете, меньше 300 рублей 30 мл парфюма. Это очень дешево. Кстати, вот эти водички очень вкусненькие. Почему-то нет третьей здесь, не знаю. А, вообще 299 рублей, то есть рублей 230 со скидкой консультанта. Вообще смешно. На здесь и 30 мл, но они интересненькие. Вот фрукт-история – это прям фруктовая история. А коктейль-история – это такая вот тропическо-фруктовая история. Вот очень интересные. И они красиво шлейфят. Они тоже не стойкие совершенно, но они действительно красиво шлейфят. А, недолго, но вот это вот в них есть, мне нравится. Я знаю многих девочек, которые вот эти парфюмы прям берут уже много-много лет и поют и моды. Карбокситерапия будет по классной скидке, все три программы, все три шага за около 700 рублей со скидкой консультанта выйдет. Это нормально на зиму взять сейчас интенсивно кислотами карбокситерапии. Лично я, не знаю как вы, привожу свою кожу в порядок, чтобы она выглядела к лету отлично, потому что летом уход по минимуму, жара, поэтому вся тяжелая артиллерия у нас сейчас вступает в бой. Вот как раз и на кислотную серию у нас с вами скидки. Первый, второй шаг 749 рублей. Первый шаг — это кислота, второй шаг — это по типу скрабика гамажа, и третий шаг — крем. Я его никогда не беру, потому что мне он не нравится. Я знаю, его многие любят, он действительно кому-то успокаивает кожу, но мне не нравится, не подходит, я его не люблю просто-напросто. Всем настоятельно рекомендую присмотреться к вот этой линейке «Эксперт». После продолжительного использования так и не вызвала зуд кожи головы, хотя у меня все остальные шампуни, которые я пробовала из этой серии, кроме черного, еще вызывали его. Это во-первых. Во-вторых, действительно есть эффект ламинирования без утяжеления. Без утяжеления, то есть объем у корней остается, но волосы нереально крутецкие. То есть идет разглаживание, но никакого утяжеления. Все в меру. Поэтому система очень понравилась. Прям смело могу для волос рекомендовать. Кто пробовал, обязательно пишите, как вам. Двухнедельный каталог. Обычно бывают вкусные какие-нибудь акции, классненькие. Даже сейчас у нас вот один из трех шампуней в подарок идет за 1 рубль. Счастливчикам, которым на электронную почту пришло письмо. Я думаю, что в двухнедельный обычно в последнее время делают какие-то прям вот вкусные акции. Будем надеяться, что и сейчас. Морожку, кстати, тоже очень люблю для волос. Вообще классная, великолепная. Ботаника у нас с вами, базовый уход. Яркий, красивый, на подарочки можно. Ну, на подарочки у нас новогодняя серия, полно-полно всего. Прям компания балует, можно выбрать, вообще собрать на любой вкус и цвет подарки. Я в свою структуру кидаю красивые картинки, где тематические подарки по цвету, по применению. То есть, которые выглядят красиво, презентабельно, и которые обязательно пригодятся всем.
Так, что хочу взять? У меня кончился мой любимый бальзам. Все запасы свои перерыла для ног, гладкие пяточки. Надо запастись. И обязательно размягчающий компресс для ног. Вот это вообще сейчас спасение тоже. Тут 30% мочевины. Очень круто размягчает. Если у вас сухие стопы, вы замучились уже счищать педикюр пилками и так далее. Размягчающий компресс для ног, и будет вам счастье. Надели носочки силиконовые, можно пакетики, походили. Даже ничего не счищая, потом ножки уже будут мягкие. А если еще пройтись пемзой и опять нанести гладкие пяточки следом, то вообще, считай, в салоне побывали. Невероятно крутые средства, поэтому, конечно, у меня всегда они в запасе есть. Сейчас посмотрела, уже все позакончилось, надо еще брать. Девчонкам безумно понравились вот эти бомбочки, прям вот безумно понравились. Попались нам игрушки, вот такой зайка, бегемотик и вот такая кыска, что ли, желтенькая. Вот эти три попались. Все шарики идут, хотя они все разноцветные, идут с одним артикулом. 29,74. Но приходят они вам рандомно. То есть, если вы заказываете один, то какой-нибудь один придет. У нас был синий, зеленый и вот такой персиковый. Аромат слегка отличается. Но в целом такая конфетно-фруктовая история. Пахнет приятно, воду окрашивает сильно. Аллергических реакций ни у Ксюшки, ни у Крис не вызвал. Поэтому все нормально. Он у нас 3+, с вами вся линейка Ума 3+, ну, кроме пасты вот этой. Вот, поэтому все нормально. Хочется, конечно, других игрушек. Они игрушкам радуются, но дальше вы играть в них, конечно, не будет. Они где-то вот такого размера. Ну, для игры они неинтересны. Но сам процесс очень интересен. У нас будут желтые ценники. В районе 110 рублей выйдет такой шар. Это нормальная цена. В масс-маркетах шары с игрушками стоят, ну, не меньше 250 рублей. Даже там на ВВ где-то не меньше. Если без игрушек, да, а вот с игрушкой обязательно поднимают цену, хотя игрушка-то ничего из себя, по сути, не представляет. Вот так. Еще у нас линеечка Ума подмывашки. Кремчик и маслица будет по желтым ценникам, тоже хорошо. Вот эта серия для дома меня, кстати, впечатлила. Я свой отзыв давала, по-моему, в Дзене ролик снимала девочкам или вообще в целом рассказывала, уже не помню. Обязательно попробуйте. Вот обязательно, когда убираешь дом с вот этими средствами, какой-то такой аромат чистоты и даже стерильности, что ли, вокруг витает. Хотя какой-либо определенной отдушки вот эта линейка не имеет. Но рекомендую. Вот мне безумно понравилось, и с загрязнениями тоже справляется хорошо. И в целом вообще великолепная серия. Так, бальзам Эдгер, пока по нему ничего не могу сказать. Девчонки, я его забываю пить, если честно. Вот так вроде выпью, и все. У нас молекулярных добавок новых несколько. Вот у нас с вами органайзер. Он мне показался очень удобным, минималистичным. Ну, конечно, подходит мне под дизайн кухни. Я не могла его не взять. У меня сейчас два. В одном вечерний, в другом утренние таблетки. Дневного приема у меня нет. Поэтому вот так. На чай. Смотрите, 1 плюс 1 равно 3. То есть, не смотрите, что если вы возьмете 3, если вы возьмете 2, третий вам идет в подарок. Нет, просто будет цена 199 рублей. Если вы возьмете 3 штуки, если вы будете брать 2, то цена будет больше. Вот, вот как эта акция работает. Почему-то этой акцией, особенно новых консультантов, всегда вводит в заблуждение компания. Ну вот это вообще супер вещь, девчонки. Это реально супер вещь. Я сразу вам просто говорю, берите и без лишних объяснений. Нагревается до 50-60 градусов для рук и до 40-45 для ног. Что хочу сказать, в обзоре заказа мы с вами потестировали, они действительно становятся горячими, как только мы их достаем из упаковки. В каждой пачке по 3 штуки, цена бюджетная 280 где-то рублей за 3 пары, это вообще нормально. То есть собираетесь с детьми куда-то идти на прогулку на долгое время, вот вам, пожалуйста, пачку достали. Я обязательно возьму еще для ног, обязательно. Лежали они у меня на столе весь день, весь вечер, вот уже пошли ложиться спать, думаю, дай пойду попробую. Они теплые, они уже начали остывать. То есть где-то 10 часов они были горячими. Они прям были горячими, классными. Хотя здесь написано до 8 часов, но у меня прям вот 10. И на утро они уже стали холодными и твердыми. Какие-то вот как будто в них вот этот вот состав, который есть, он застыл. Вот. Так что вещи рабочие, вещи классные, обязательно берите. Девочки спрашивали, буду ли я брать посуду. Нет, я ее не буду брать. Я считаю необоснованно завышенными цены. Очень дорого для такого качества. Нет, я не хочу. И цвет мне тоже не нравится. Поэтому не спрашивайте попозже как-нибудь. Скорее всего, даже в этом может быть каталоге, если в следующем не будет куча новинок. Ковшик хочу обновить. Все хочу обновить давно уже. Но как-то по баллам 100 баллов и так набирается с легкостью. И нет возможности у меня никак его взять. Про лимитированный выпуск, девчонки у меня в Телеграм, помню, спрашивали. Здесь запах сладкого мандарина. Такого сладкого мандаринчик с какой-то выпечкой. Не чистый мандарин, но и не химоза. Знаете, как в
В принципе, вся линейка мыл для кухни пахнет нормально, адекватно, аромат не сильно выражен, все отлично, как бы все хорошо. По поводу салфетки для стекла, очень интересный на самом деле продукт. Смотрите, здесь плетение алмазной грани. Очень интересный. Я на него сняла целый отдельный ролик в Дзен, поэтому проходите, смотрите, знакомьтесь. Заслуживает внимания. Посмотреть действительно стоит. Так, в конце, что у нас здесь интересного? Петителс по желтым ценникам. Хорошая линеечка. Хочется какую-нибудь уже новогоднюю распродажу. Вот, ну, на эти комплекты я смотрела. Что-то как-то мне вот не понравилось. Честно, не понравилось. Я долго думала, у меня в корзине лежал бюстгальтер. Мне хотелось попробовать вот такие вот бюстгальтеры, которые у меня есть без косточек, похожие, похожие. С ВБ и от Фаберлик тоже хотелось попробовать с косточкой, как оно будет. Вот этот вот на косточках, но такой же мягкий. Не знаю, посмотрю. Может быть и возьму, а может быть и не возьму. Потрясающие, мега теплые, безумно комфортные к телу колготки из микрофибры. Берите обязательно себе, детям и так далее, в школу, на холода. Вообще это просто супер. Я обожаю эти колготки и надо взять еще себе какие-нибудь. Сейчас уже пододевать все. У нас морозы. Коричневый меланж мне нравится красиво. У нас морозы и уже в одних штанах, даже в теплых холодно. Изумительное качество, девчонки, за копейки. Вот в магазине такие можно найти. Колготки в рубчику 599 рублей. Я на них глаз положила. Такого качества колготки 60D в магазине, ну, минимум в 2-3 раза дороже. Вот серьезно. У меня вот такие, по-моему, нет, коричневые, серый меланж, вот такие. Я в них 3 года хожу. Им ничего. Они не протерлись там нигде, ни между ног, на ступнях. Им вообще ничего, с ними ничего не случается. Они неубиваемые какие-то. Очень классные колготки, поэтому смело берите. У нас новая спортивная коллекция, где есть свитшоты, где есть штанишки. Я тоже брать не стала, потому что у меня такого добра много. И мне показалось, что здесь короткие свитшоты. Ну, мне такое не идет. Я ношу длинные свитшоты, желательно, чтобы они и попу скрывали. Мне нравится такое. Вот такие короткие свитшотики я не люблю. Новая коллекция не водолазочек, а джемперов. Лонгслив тоже в рубчик, все как можно. Сейчас Фаберлик следит за тенденциями. Шапки мне тоже никакие не понравились, поэтому мимо прошла. Носочки классные, особенно которые приходят в шарики. На подарочки прям вообще огонь. На елочку повесить. Серия зима. I love winter. Что у нас тут еще интересного? Ну, посуда. Она мне не подходит, поэтому тоже не стала брать. Арома Саша прям обязательно возьмите. Хоть одну штуку, какой аромат вам ближе, попробуйте. Вещь обалденная. По клубничному маракону от Beauty Cafe. Скраб как скраб. В принципе, как и был малиновый скраб до этого, но только здесь больше клубника. И гель для душа приятный, не сушит кожу. Вы знаете, не было никакого отторжения, хотя к бьюти-кафе я всегда отношусь скептически, чаще всего пролистываю. Мне не очень импонирует последнее время привкус еды в средствах уходовых, поэтому нет. Здесь просто сладенькая клубничка. Достаточно приятно, здорово, отлично. Вот эта серия мне вообще вот не нравится. Вот здесь малина, но она какая-то приторная, химозная, что ли. Ну вот фу, прям фу. И она очень ярко выражена во всех средствах, в отдушках. Прям вот мне она тошнотная, хотя я вообще не привередливая. Так, смотрите, что у нас с вами будет. В этом каталоге купоны на скидку 50% на один товар из категории уход за кожей, волосами, гигиена, парфюмерия, wellness, декоративка, косметика для дома, ароматерапия. За каждые 999 рублей по ценам каталога, то есть фактически дешевле, нам будут давать такой купончик, и мы их будем с вами применять уже в первом каталоге. Смотрите, с 1 января. Ой, скоро Новый год, вообще с ума сойти, как время летит. Новичкам у нас опять парфюм в подарок. Здесь действительно есть из чего выбрать. Ароматы достойные. Мужские, в принципе, все практически Фаберлик достойные, но мне больше всего нравится вот этот. А из женских я бы взяла Футурию. Это небольшое такое напоминание об Avon Faraway классическом. Вот здесь они перекликаются. Очень классный аромат сейчас на зиму. Вкусненький и достаточно стойкий. Играть на морозе будет великолепно. Так, ну а для тех, кто еще не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Задавайте свои вопросы. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.